Наконец-то пошел снег. Сегодня 6 января 2014 года. До сих пор улицы как осенью или ранней весной. И тепло очень на улице было. Плюсовая температура практически и сейчас такая. А вон моя машина стоит. Вот, начинается зима. Вон улица Мельникайте, дворец спорта. Вон дворец спорта. Гостиница. Это дом профсоюза, там чуть-чуть не видно. Гостиница юбилейная. Вот, сегодня считаются праздники. Рождество или как там называется, не знаю. Но я сижу дома, делаю фотографии. А тут вот два банка. Вот, это снимаю на новый фотоаппарат Canon 700D. Практически один из лучших фотоаппаратов. Сейчас еще есть 70D. Вот это два фотоаппарата лучших в мире, которые снимают с лучшей скоростью. Новая система, новые объективы. Только на этих двух фотоаппаратах. Canon 700D и 70D.